Перед акиматом города глава государства поставил задачу по обеспечению населения комфортным транспортом, по снижению нагрузки на экологию. Поэтому это производство имеет важнейшее значение для этих целей, и не только для города Алматы, но и для в целом Казахстана. Осы зауыттың іргетасы 2011 жылы қаланған. 12 жылдың ішінде осы зауыт қазақстандық бюджетке 4 миллиардтан астам салық төледі. 250 жұмыс орны ашылған. Қазіргі кезде осы зауытта біз өнеркәсіпке арналған жаңағы жүк тасымалдау, адам тасымалдау автокөліктерін шығарамыз. Ол Hyundai және Golden Dragon автомобильдері, автокөліктері. Ол автокөліктер шанақты дәнекерлеу және бояу әдісімен шығарылады. На сегодняшний день наше предприятие занимается расширением и углублением производства, локализацией путем производства автобусов и коммерческой техники Hyundai. Мы освоили мелкоузловое производство за счет окраски, сварки кузова как на автобусной технике, пассажирской технике, так и на грузовой технике. Школьные автобусы, они отвечают всем стандартам технического регламента с увеличенной системой безопасности. Автомобиль не разгоняется свыше 60 км в час, полностью безопасны, предусмотрены 4-точные ремни безопасности для клиентов. Также он имеет 38 посадочных мест, плюс 2 места для детей с ограниченными возможностями.